Привет, сынок. Доброе утро, бабулечка. Здрасте. Что вы сегодня, выходной, да? Ну как что, будем же... На рынок-то не надо. Это другое. Памятник же на это. Памятник? Да, дедушке Колеш уже привезли памятник. Надо теперь ставить. Мам, когда будем ставить? Ну, папа пока в отпуске. Будут с дедушкой и с дядей Степой. Начинать. Угу. И потом будем выезжать. Да. Потом поедем в гости к дедушке. Всегда после этого праздника, после кладбища, едем домой. Григорий, привет. Григорий немножко простыл. Кошелек что-то. Ну, мы лечимся. А у меня сегодня кофе с молоком и Рафаэлки. Сама вот эту всю кучку Рафаэлок буду есть. Но я со всеми поделилась. Всем по две штучки. Рафаэлки себе. Да. Штук 20 составила. Нет, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, почти. Учим английский на завтра. Завтра английский? Потому что мы его, конечно, за 2 часа не успеваем выучить. До пятерки, да? А еще к нам Зоечка приехала и привезла нам с тобой что, Заюнь? Что ты привезла? Холодец. Правильно, холодец Заюня привезла, так что сейчас тетя Вера будет его пробовать, да? А вот, ты кого-то никогда холодец. Ну что, мой мальчик заболел? Какими морями омывается Краснодарский край? Черное море был и Азовское море. На каких ты был морях? И на том, и на том. Да? Какое тебе больше понравилось? И на том, и на том. Да? Да. Они одинаковые или разные? Разные. Разные? Разные. Так, ну я на улице с Зоечкой, хорошо? Да. Так, мы с Заюней идем на улицу. Несмотря на то, что там достаточно прохладно, пойдем на улицу. Так, Зоечка будет играть в Дарс, да? Вот в этот маленький. Смотри, Заюнь, я тебе сейчас все эти достану, хорошо? А ты будешь сюда в маленький кидать, и как раз ты сможешь все достать сама, да? Да. Тебе не надо будет помогать, да? Так, ну все, начинаем. Кто первый? Я. Ты первый, а ты кидай. Иди, я тебе покажу, как нужно, Заюнь. Смотри как, иди покажу, давай мне, Дарс, отходи сюда в сторону. Когда кто-то кидает, то нужно отходить. И вот так кидаем, видишь, давай еще. Какую будешь давать, зеленую? Давай зеленую кидаем. Ой, не попали, давай теперь ты, я отхожу. Ты теперь становишься и кидаешь, да? Ой, не попало, надо просто поближе немножко тебе подходить. Поближе, немножечко поближе. Ой. Не попало, да? Поближе, чуть-чуть поближе подходи. Так ты не доки. Поближе, ты подойди поближе, ножками подойди поближе. Вот так. Не хочет попадать, да? Да. Значит, нужно их собрать и еще раз пробовать, да? Да. Кто будет собирать? Мы на улицу пойдем или под навесом поиграем? Да, а где Лася Масинка? А Масинка, не знаю, пошли искать. По-моему, на улице она. Так, Зоечка будет рисовать, да? Что ты уже придумала, Зоя? Что ты будешь рисовать? Зоя? Нет. Еще не придумала? Ты водички побольше в эти красочки, вот так. Немножечко водички, теперь в красочку. Печь, да. Давай я тебе помогу, хочешь? Слышишь? Помочь? Сюда. Подожди, смотри, ты должна подвинуть красочки. Видишь, их здесь немножко, и они уже засохли. Их нужно, смотри как. Ты сначала, подожди, сначала в водичку. Потом берешь в красочку и немножечко кисточку здесь как бы гладишь. Видишь, красочку гладишь, гладишь. И потом смотри, что получается у нас. Видишь, какая краска? Теперь рисуй. Это будет зеленая. Травка, например, может быть зеленая. Или огурчик. Теперь моем. Теперь моем. И в другую, если ты хочешь, другую краску. Ты опять зеленую? Только нужно хорошо кисточку там погладить. Понимаешь?
Вот. И теперь видишь, все видно. Если ты хочешь в другой цвет, в синий, то нужно хорошенечко вымыть кисточку. Нет, ты плохо погладила, там плохо будет сейчас рисовать. Ты должна хорошо погладить, смотри. Ты должна набрать побольше водички на кисточку. И, подожди, вот так вот ставим. Ну, ручкой поставь. Вот так. И должна хорошенечко, вот там, видишь, красочка есть. Ты ее должна хорошо погладить. Вот, теперь можно нарисовать что-то синим. Мы же уже давно красками не рисовали, они засохли, да? Теперь моем, да. Так, я, наверное, пойду сейчас яблочек намою, буду опять в сушилку их закладывать, хорошо? Падает, да? Это какой ты взяла, черный? Ага. Ты его плохо погладила, он, видишь, плохо. Теперь моем. Правильно. Ты где нарисовал? Какой будешь цвет? Выбирай. Красный. Желтый? Тебе помочь или ты сама? Сама. Хорошо, главное погладить, да? Кто приехал, зайчка? Я и баба деда. А, ты и бабушка с дедушкой? Ага. Понятно. Так скажи, ты с кем приехала? Зоя с папой приехала. Расскажи, что ты нарисовала? Картинки. Вот Зоечкины картинки. А пока Зоечка сама тут рисовала эти картинки, тетя Вера что сделала? Порезала яблоки, да? Опять заложили полную сушилку. И опять у нас будут сушеные яблоки. А Зоя пока кушает яблоки. Для всех они такие кислые. А Зоя вообще ест их. Семеринка еще просто не так созрела, чтобы есть ее. А тебе нравятся, да, кисленькие? Или они не кисленькие? Нет. Не кислые? Ага. Так, я сейчас из остатков теста, который у меня всегда остается здесь, вот по чуть-чуть испекла. Здесь еще три кусочка. Допеку сейчас прянички, так, чтобы на обед были. Мороженки клевые такие. И сердечки. Все сейчас остынут, будем обедать. Так, Ришу в школу сейчас Степа повезет. Пошли. Кто? Степа. Крестный. Облом. Какой еще облом? Облом. Ты пешком хотел идти? На велике. Что? Гриш, давай не... Вот начинаешь опять болтать много. И не по делу. Давай одеваться. Все, Гришуля собирается на школу. Прошло 120 лет. Ну, я все еще собираюсь в школу. Во второй класс. Да. Я не знаю, уже был в 105 классе. Что... Угу. Мамуля вяжет шпинатик, да? Это ты уже весь крупный выбрали? Да нет, еще есть. Там бабуля 50. Так будет здесь 50? Или нет, там только 20. Ясно. Я пошла тогда борщик, да, накладывать? Давай, Серега где? Да, сейчас уже буду звать, по-моему. Нет, там 100 грамм, ноги толстые. Да? Так, ну что, я утеплилась, одела кофту, штаны свои супер теплющие. Сейчас иду на улицу вязать петрушку. Вот папуля мне принес петрушечку. 20 резиночек, да, мне отсчитать? 20 резиночек. Ну что, я уже довязала петрушку. Сейчас хочу допечь пряники из остатков теста, чтобы уже совсем ничего не оставалось, и убраться наконец-то на кухне. Везде сегодня в комнатах убралась, но до кухни так дело и не дошло. Вот, уже 2 часа у нас без 5, и в 3:30 поеду за Антохой. Нам же сегодня на танцы, он этого прям очень ждет. Так, здесь совсем немножечко теста, 4 маленьких кусочка вот таких, так что сейчас быстренько раскатаю все на противень и запеку на 10 минут 180 градусов. Так, я молодец, помыла посуду на кухне всю. В общем, везде так
прибралась, и нужно сейчас уже ехать за Антохой на танцы. Вытащила батарейку с весов. Вот такая вот она. Крона. Или как? Или крона это не такая? Я просто не знаю. В общем, вот такая вот батарейка большая. Надо заехать купить, потому что без кухонных этих весов я никуда. Выехала я за Антохой, у нас тут осень-осень, гляньте, все в тучах затянуто, все темно. Вот на машине показывает 8 градусов. Вот этот Антон Сергеевич собирается на танцы, но не хочет делать шпагат, да? Да, не надо. Почему она так? У меня в шкафчике. Так, рассказывай, что у вас за тема сегодня была, или это не сегодня вы делали? Это станция, это... Да, а что это было за тема? Куда? Где твоя дека? Я сейчас прочитаю. А вот у Антошика рыжий котик. Это мышки? Да, ого, я научился их нарисовать. Мышек у тебя, конечно, много. Вот кот, у него зато это много. У него зато байханок. Так, давай. Больше никто это мышек не умеет рисовать. Да? Только я один, да. Правильно. Все правильно. И красиво. Все у нас тоже рисование было. Класс? Красками? Ну, красками нет. Карандашами. У меня это бил Матвея. А ты? Он, нет, это, он меня сбил. Это программа «Доступное жилье многодетный метр на метр на метр». Это, как говорится, 100 тысяч, это, ну, наверное, не хватит достроить здесь. Да, домик, да? Так, Григорий, пошли. Гришу я привезла. 5 четверти за кубановедение. Да. Сегодня, Гриш, спросили, а кого не успели сегодня спросить, то все равно все эту тему должны, да, рассказать? В среду. Угу. Еще проведем урок. Купила я батарейку, это уже старая, а вот такой вот фирмы, ну, то есть крона, да, это батарейка. А все-таки что? Так она и называется. Да, я знаю, Гриш. Иди переоденься. Я в общем, она у нас стоит 100 рублей, я не знаю, дорого это или дешево. Но дорого? 100 рублей вот батарейка. А для меня это дорого. Так, а мы уже с магазина, ой, с магазина Антошку забрала. В общем, в магазине купила тостовый хлеб. Наконец-то именно он круто получается в тостернице. А хипский хлеб называется. Вот. Обычную булку хлеба и сметану, чтобы поесть творог со сметаной хочется мне. А у Антошки новый спиннер. А ну выключи свет, покажи, как он светится. На диване будет. На диван свети, Гриш. Вот сюда, на диван. Вот, он светит. А тут как-то меняет он? По-моему, нет. Да, стойте, дайте я. А, тут тоже видно. И на потолке, да. Дайте я. А, это. Ту-ту-ту-ту-ту. Смотри, что надо видеть. Тебе на маска. Очень маленькая. Сейчас будет у меня. Теперь у мамы маска. У мамы маска? Да. Папа собирается вести Григория на карате. А это нечестно. У папы хэдшот был. У меня их было много. Чё? Хэдшот в голову был. Это да я их там в голову. Хэдшот. Это папа играл тоже в Far Cry. Я хэдшот сделал. Как голову. Это? Правда, я не знаю, что это такое, но так звучит. Прикольно. Как мерчендайзер. Обычный торгаш. Это твой? Мой телефон? Твой. Это что такое за мальчик, сынок? Это кот. Ты котик? А что вы там в садике делали? Там было. Тебе фотографии-то показать? Бак. Это что такое было? Это бак. Да кто к вам такой приходил? Абак. Кто? Это Абак. Абак? Я даже не знаю, кто это. Ты знаешь? Да. А там было весело?
Да там человека. Вы играли? Да. Вот это кто? Это Абак. Абак? А, Леди Баг. Да. Правильно, Леди Баг, точно. Так было здорово, да? Ой, да. Зайчик, у меня так животик болит, ты мне давишь. И что там делали? Там мы играли, белые угли. Усики и носик, да, черненький, как у котиков, да? Да. Так, а все детки играли? Да. А Афанасий Довгаль? Да. Тут вот такая вот Леди Баг приходила сегодня. В садик и фотографии в группу WhatsApp нам прислала воспитательница. Что мы с тобой будем делать? Дом будем. Мы будем из Лего или из кубиков? Из кубиков? Или из Лего? А давай достанем Лего и из кубиков сделаем дом. И из Лего. Немножко того, немножко того. Хочешь? А что дом? Давай. Машину надо искать колеса, вот с машинами будет потруднее. Но у нас-то есть какие-то машинки, мы можем их взять, да? И, например, вот это, она сюда проедет, ну-ка пробуй. Или застряла, проехала, да? Да. Поэтому она может жить в этом гараже. Давай гараж для машины это будет. Хочешь? О, мотоцикл дом. Ну, мотоцикл, наверное, сюда не проедет, в эту маленькую дырочку, да? В эту нет, надо для мотоцикла побольше строить, да? Да. Давай сейчас пробовать. Давайте. Будем гараж строить. Для ты кого? Будешь с нами? Для кого? Ну, для какой-нибудь машины. Для какой? Не знаю, для какой ты сам выберешь. На опять вини. Для вот этой будем? Да. Она прям лезет хоть. Ну, она так быстро, она не может ездить. По рынкам, потому что она уже маленькая, для нее да, быстро маленькая это, а большая это. Что, будем строить? Да. Мы теперь начали строить гараж. У нас тут столик есть, да? Да. Стульчик. В гараже или в домике, посмотрим, что получится, да? А потом да, Афоня да. Нашел еще ксилофон, и мы тут начали песни петь. Стульчик, да, и столик. Да. В общем, мы тут играем, да? Да. Ой, там мы надели. Давай такое. Как мы это будем делать? Как стену. А как я строила стену, да? Давай я так тогда построю. Не, вот тут. Давай вот тут, да. Только сильно прям надо надавить. Тебе получилось, да? Вот так. Там каблука. Угу. А то вот это бегаем. Нам тараторию. Давай. Лестница это класс, да? Она нам пригодится. Давай я ее поставлю. Да. Дом дали. Да, уже мы всех привезли, всех отвезли, вернее, Гришу на карате. Несмотря на то, что кашель, я вообще-то ему говорила остаться дома, но Гриша нет. Ни в какую. Потому что 5 ноября все-таки поедем мы в Варениковку и нужно тренироваться. А он на море. Но сейчас лечимся, да? Да. На море? Мамуля. Не, мы на море не поедем. Мы сейчас будем играть с Афонькой, да? Да. И читать книжку, да? Да. Про Петю и про школу. У нас такая есть же интересная книжка, которую я в Ашане купила. Мне теперь не надо... А ты мне пила? Не до игрушек. В общем, очень интересные стишки. А ты такие мне пила? Да, Агни и Барто. Мне очень они нравятся. Про школу, да? Да. Будем читать? Да. Гляньте, какую я машину построила. Моя первая машина из Лего.
Я никогда в жизни до этого их не строила. Все время Гришка этим занимался. Ну ничего, такая мне нравится. Как тебе, Афонь? Анама. Анама? Это трактор. Трактор, это трактор. Да. Мама, милая, дома, мимбугамавана, пак. Да, мы уже хотим вам сказать, что мы ложимся отдыхать. Папочка сейчас там наш играет немножко в компьютер с мальчиками, да? Да. А мы уже будем отдыхать. Да, папа будет. А папа что будет? Скот сейчас тоже придет, да? Да. Всем спокойной ночи. Спокойной ночи. Да, мы уже будем спать, да? Да. Всем до завтра. На молоко. Завтра у нас вторник. Вторник. На веком бабушки Тали Адена. До бабушки Тай мы поедем на выходные. Да. Да, потому что бабушке Тай наш юбилей 80 лет, да? Да, вот так. Вот так, и да, даже пальчиков не хватит, представляешь? А вот. Чтобы показать 80 лет. Да. Все, так что всех целуем. Пока, да? Пока. Пока. Какой смешной.